Стоит отметить, что в течение недели по вопросам деревни Виктор Азаров провел несколько совещаний с руководителями управления администрации округа. Намечено поэтапное выполнение долгосрочной программы мероприятий, которая должна изменить качество жизни в Челобитево. В основном все вопросы это связаны с межведомственным взаимодействием. Не только от администрации зависит. Зависит от Министерства экологии, от силовых структур. И в режиме ежедневного контроля будем пытаться каждый из этих вопросов все-таки вывести в режим готовности решения этого вопроса. Но сегодня практически половина того, что было обозначено, мы уже рассмотрели. И есть пути решения, однозначно будут решены. Но часть вопросов надо продолжать держать на контроле с тем, чтобы получить результат.